Привет всем! Ребят, решил показать вам все-таки турбину эту, которая установлена у меня вот на том самолете. Я ее снял, хочу немножко вам показать, рассказать, как она выглядит, сколько она весит, что нужно для ее автоматического запуска. Так получилось, что у меня есть второй комплект электроники, необходимой для запуска этой турбины. Почему он у меня есть? Да потому что я планировал эту турбину использовать на двух самолетах. То есть устанавливаем электронику и все компоненты на два самолета разных абсолютно. Один комплект у меня стоит на том самолете, другой комплект вот он у меня лежит здесь. И если у меня появится еще один какой-то самолет, я его туда установлю. И все, что мне нужно будет делать, это просто открутить турбину, поменять ее местами в другой самолет, вставить обратно шланги питания керосином, подключить два разъема. Один разъем — это питание стартера и зажигания. Другой разъем — это передача данных температуры и обороты двигателя. Все, что необходимо для этой турбины, стоит в такой инструкции. Здесь все подробно описано, как нужно настраивать, как нужно подключать и так далее. Но мне это не нужно, потому что я знаю, как это все работает, просто хотел вам показать. Это инструкция этой турбины, и здесь она полностью, все ее данные описаны. Откладываем ее в сторонку. Первое, что хотел, это показать вам именно саму турбину. Вот так она выглядит. Как я уже прежде объяснял, у нее два разъема. Один называется ignition, другой называется керосин. В ignition подается керосин при запуске турбины, то есть малая доза керосина, она поджигается в камере сгорания и потом уже плавно вступает в работу главный шланг. Он уже подает необходимое количество керосина в турбину для ее работы. Управляется турбина вот через вот эти два разъема, как я сейчас только что сказал. Один полностью для передачи сигнала, то есть здесь передается температура, и обороты двигателя контролируются блоком управления, который лежит здесь. Я его сейчас вам покажу. А сюда подается именно питание при запуске турбины. Питание на поджиг и питание на стартер. Взвесим ее. О, у меня батарейка села. Турбина весит 1275 грамм без электроники. Чистая турбина без всякой электроники весит 1275 грамм. Тяга у этой турбины — это турбина BF100 с тягой 12 кг. Отставим ее пока в сторонку. Возьмем коробочку. Здесь находится вся электроника, необходимая для питания турбины, для автоматического запуска турбины. Нам понадобится батарейка 3S. В моем случае это батарейка 2,2, 2200 мАч. Нам понадобится для настройки терминал. Также понадобится батарейка, это как будто бы питание с приемника и так далее. Вот такой блок управления. Я его покажу. Вот так он выглядит. Это именно сам блок управления, который управляет полностью всеми системами турбины. Он контролирует запуск и он контролирует именно работы турбины. Далее немаловажная деталь. А я бы сказал, даже главная деталь в любой турбине — это помпа. Именно она подает необходимое количество керосина для того, чтобы наша турбина работала. И от нее очень многое зависит. И теперь у нас есть два соленоида. Я думаю, вы уже догадались, для чего они. Два соленоида. Один соленоид у нас идет на старт, то есть вставляется в разъем ignition.
Другой соленоид у нас это непосредственно сам уже керосин. Он вставляется в разъем керосин. Здесь они соединяются таким тройником. И из этого тройника выходит уже один шланг на помпу. То есть вот в такой компоновке. И уже с помпы идет к баку. Откуда и берется керосин. Итак, главный кабель мы подсоединяем в этот разъем. Разъем терминал, это для терминала. А разъем сенсор, это именно для сенсора, вставляется в этот разъем. Все. Остается подключить два шланга сюда. И вот так вот выглядит у нас турбина. Такой салат. Но когда это установлено на модель, оно выглядит намного эстетичнее и красивее. Этот кабель у нас подключается к приемнику. Например, если мы возьмем приемник, в нашем случае Гроппнер GR12, то подключаем его в разъем. Первый это разъем именно ручка газа. И подключаем батарейку. Другая батарейка, именно которая питает наш стартер и поджиг турбины, она подключается в отдельный разъем. Все, турбина подключена. Ничего сложного, ничего такого сверхъестественного. Поэтому такой краткий, короткий обзор на эту турбину хотел показать. Как она выглядит. И, кстати, взвешаем ее полностью со всеми компонентами, но без батареек. Вот это мы сейчас сделаем. Ставим, включаем. Ставим турбину. И ложим все эти требуха. Терминал у нас самолетом не летает, поэтому мы его взвешивать не будем. И ложим помпу. Что у нас там показывает? 1565 грамм весит вся эта установка силовая в сборе со всей электроникой. Для питания турбины необходимо именно вот такое количество всей электроники. По-другому это работать не будет. Эта турбина BF довольно-таки качественная от немецкого производителя. Мне ее посоветовали друзья. Я ее никогда раньше не испытывал. У меня такой турбины не было. Я летал. У меня были Jetmans, у меня были Jetcentry. У меня есть Swivin турбина. Это китайская. Я, в принципе, ими всеми абсолютно доволен. Они меня не разочаровывали. Только что один раз у меня было с турбиной Jetmans. Это VT 80-я. Она у меня при старте, она просто такой громкий хлопок был. И она вышла из строя. У нее вышли подшипники. И открутились болты, которые держат именно спрямляющий аппарат к туннелю, где находятся подшипники. Они выкрутились, и сам компрессор, он прям шлифанул по этим болтам, и там, в принципе, ничего не выжило, и она была полностью повреждена. Это видео есть на YouTube у меня, где этот мой синий самолет MB339 взлетает и сразу падает. То есть на взлете. Если бы она хотя бы где-то там в воздухе заглохла, когда я бы уже набрал скорость, набрал высоту, то была бы возможность еще развернуться и посадить этот самолет. Но на старте это просто невозможно. Скорость не набрана. Кто не видел, можете посмотреть это видео. Там видно, что он только начинает разгоняться и потом плавно падает в травку. Это был у меня один негативный момент именно с Jetmans турбиной. Но я ее потом отправил в Испанию, ее там отремонтировали. И я скажу, что после ремонта она работает исправно, я доволен.
она выдает именно ту номинальную мощность, которая задана производителем, 80 ньютонов, но мы измеряли, она выдает почти 9 килограмм. Я ей очень доволен. Эта же турбина мною еще ни разу не тестировалась, как я уже прежде говорил, но я возлагаю на нее очень большие надежды, потому что ни разу никогда ничего негативного про BF турбины я не слышал. Если я с кем-то и разговаривал, я много спрашивал про них, всегда слышал только позитивные отклики о них, работают они хорошо. Сервисный интервал у этих турбин 50 часов, у всех остальных производителей у них сервисный интервал 25 часов. Если мы возьмем Jetmans, мы возьмем Jet-центры или вот эти Swaywind турбины. Также мне нравится то, что если что-то с ней произойдет или мне понадобится помощь, я могу позвонить, потому что это находится здесь у нас в Германии. Я могу туда позвонить, ее отправить. Это будет длиться недолго. Она день-два будет идти туда, ее отремонтируют, день-два будет идти обратно. То есть все это очень быстро и все это намного упрощает именно сервис или ремонт. Что касается всех остальных, то это нужно отправлять, это нужно ждать, в принципе, это работает, все нормально, все приходит, можно доверять производителям, но, как вы сами понимаете, почта, она отнимает тогда время. У меня было так, что с этой Jetmans я ее отправлял, и я ждал почти 6,5 недель, пока она пришла обратно. С момента отправки туда, и пока она именно ко мне домой пришла, прошло 6,5 недель. То есть это много. Если это лето, если это сезон, и вы хотите летать, или же если у вас вообще одна модель только, то тогда практически на все лето вы выпали из сезона только из-за того, что турбина была неисправна. Ну, в общем, перейдем обратно к этой турбине. Как я сказал, буду ее тестировать. Я думаю, что в ближайшее время я все-таки ее установлю на такой импровизированный стенд. Вы его уже могли видеть, когда я делал обзор для Игоря Негоды. Для него снимал там турбину. Мы ему купили здесь турбину, и я ее отправил. И я делал для него обзор на такой деревяшке, слепил, потому что моего стенда сейчас нету. Поэтому я думаю, я ее прикручу на этот же стенд, на эти же деревяшки, там есть бак, я подключу все и в следующие дни, я думаю, сделаю запуски, запущу, покажу, как она запускается, как она работает. Замеров тяги не будет, потому что все к деревяшке это просто не приделаешь. Посмотрим, в общем, как оно будет. Ну и я надеюсь, что она будет работать. На этом, друзья, все. Всем пока и до следующего видео.